Здравствуйте, это наша любимая игра CoinTag, и сегодня у нас гости в Одноклассниках. Так, смотрим, что надо. 50 уровень, Елена. Ну что, Елена, встречай. Хотя тут не вопрос, Елена это или нет, потому что очень часто дети играют на Одноклассниках своих ради бабушек, мам и тет, дядь и всего такого прочего. Так. Ну, тут, видите, еще не открыто, но здесь уже открыли, это уже хорошо. Строится пекарня. Да, пекарню построить еще надо. Зато смотрите, как талантливо. Раз, два, три, четыре, пять. Вот это талант. Сразу хвалю, честно. Для того, чтобы дойти до нормально развиться, надо иметь много маленьких. Потом их надо удалить. Вот у меня тоже было. Даже когда я построила там первую или даже две вот этой металлургии у меня были уже. Но ее все равно не хватает. И все равно как дополниловку еще долгое время я использовала такие маленькие кузницы. Ну ничего, потом они со временем, когда уже становится производство развивается, они удаляются. Ну, видите, тут убирается территория. Кто-то может что-то попионерить, а может и не попионерить. Да, конечно, так вот я помню, когда места не хватает, и эти пытаешься... Ой, поставьте лучше их на этом. Не так часто растут, урожай собрать, надо ездить на песню ветра. Хотя, конечно, сначала возьми на ветра, потом привези туда-сюда. Если не все хорошо с санями, они не прокачаны, или нету много рыбы или каши, то, конечно, вот это вот поумничать хорошо, возьми туда-сюда. А вот повози туда-сюда, это, конечно, проблема. Помню, было такое дело, когда маленький уровень я в очередной раз качала, и у меня не было возможности поехать на другой остров. Ну, не было совершенно возможности. Тут мы ждем сыр, да, или чего, или плюс 35, скорее всего, ждем. Потому что пекарня в процессе, и, походу, это единственное. Нет, плюс 35 мы получаем в игре за некоторые задания. Это, по-моему, у нас, если я не ошибаюсь, остров с медведем. Получается... Опс, это уже склероз, я название забыла. И тут, когда мы проходим задание на миражах, на каком-то еще острове тоже дают плюс 35. Но так, в основном, это, конечно, проблематично. Но, в принципе, я смотрю, что человек хорошо развивается. У него все хорошо. Единственное, что не помешало бы немножко побольше нам для найма человек. Ну, даже есть один кондоминиум. Я хочу сказать, что на 50 уровне построить две придилки и всего по два, это тоже подвиг. Честное слово, подвиг. И я хлопаю в ладоши. Прекрасно. Да, со временем все будет развиваться. Да, конечно, хорошо бы это открыть и кролик пустить дальше. Но вообще мне все нравится. Я даже подарю вам какой-нибудь подарочек. Я даже не знаю, ну, какой-нибудь скромненький, потому что лимит у вас наверняка есть. На чего-нибудь, на мелочевочку. Ну вот на этом мы видео будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.